Samsung Galaxy Note можно смело назвать одним из самых революционных устройств на рынке. Внушительные габариты, огромный экран и мощная начинка – все это совмещено в одном устройстве, моментально ставшим хитом. Далее в обзоре вы узнаете больше о смартфоне. Именно внешний вид и размеры приковывают внимание к этой модели. Само оформление достаточно стандартно и похоже на другие смартфоны Samsung. В толщину корпус около 10 мм. А вес его составляет 178 грамм, что заметно при частом использовании. Дизайн Galaxy Note лаконичный. Вся лицевая часть выполнена из прочного сенсорного стекла Gorilla Glass. Сверху есть динамик, блок сенсоров и камера. Снизу механическая клавиша меню и две сенсорные кнопки по бокам. На правом боку находится клавиша блокировки. На левом регулятор громкости, а снизу место для хранения стилуса и USB-порт. Размеры экрана впечатляют. Диагональ 5,3 дюйма. Разрешение 800 на 1280 точек, а выполнен он по технологии Super AMOLED+. Цветопередача отличная, передает все тонкости изображения. Диапазон яркости очень велик. Отдельно выделим специальное перо, работающее на технологии вакуум. Оно обеспечивает великолепную точность и удобство в работе. Задняя крышка выполнена из приятного на ощупь пластика. На ней располагается блок камеры и вспышка, чуть ниже – прорезь динамика. Под крышкой располагается аккумулятор на 2200 мАч, которого хватит примерно на сутки активного использования. Там же находятся слоты SIM-карты и microSD-карточки. В смартфоне установлен чипсет Exynos 4210 с процессором частотой 1,4 ГГц, оперативной памяти 1 ГБ, есть мощный графический ускоритель и декодер видео. Начинка позволит вам играть в самые красочные игры, а также смотреть Full HD видео без конвертации. Эта модель поддерживает самый последний стандарт Bluetooth, также есть модули Wi-Fi и GPS. Смартфон можно использовать как беспроводную точку доступа. В смартфоне установлена операционная система Android с фирменным интерфейсом Samsung TouchWiz. Внешнее оформление сочетает в себе простоту и удобство использования. Изначально предустановлен внушительный набор приложений. Есть все нужное для общения и путешествий в сети интернет. Особого внимания заслуживает фирменное приложение для чтения книг, коллекционирования журналов и новостных лент. Огромный экран позволяет комфортно смотреть фильмы в самом высоком качестве. Стандартный плеер поддерживает почти все основные форматы, а мощная аппаратная начинка обеспечивает плавное воспроизведение любых файлов. Музыкальный проигрыватель удобно оформлен и предлагает все основные возможности для хранения и прослушивания музыки. В наушниках качество звука на высоком уровне, но комплектная гарнитура подходит разве что для звонков. В Galaxy Note установлена качественная 8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой. Интерфейс съемки удобен и функционален, есть различные режимы съемки и настройки параметров. Качество снимков на очень высоком уровне, так же как и запись Full HD видео. Samsung Galaxy Note – это смартфон с огромным экраном и большим количеством развлекательных функций. Отличный выбор для тех, кто не хочет выбирать между смартфоном и планшетом или постоянно носить с собой два устройства. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же можно найти специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.